Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришина. Вот очень много просят прокомментировать все вот эти вот публикации, связанные с разрывом отношений Димаша и Игоря Яковлевича Крутого. Статьи выходят, в частности, вот только что я прочитал статью, опять связанную «Спутник KZ», буквально вот 21.01, 8.05 утра, значит, вышла опять соответствующая, значит, публикация, связанная с разрывом отношений якобы Димаша и Крутого. Мне много пишут, спрашивают, что Димаш, так сказать, с Крутым, так сказать, там, дочь приплели уже, что якобы Димаш, так сказать, с дочерью. Послушайте, вот я, конечно, понимаю, что только косись российского шоу-бизнеса, это грязь, слухи, сплетни, публикации, очернения и все самое страшное. Но, слушайте, нужно понимать одно, Димаш давно уже заявлено, то есть вот я разъясняю, как это есть. Димаш с Игорем Яковлевичем Крутым, у них творческий союз. Они сотрудничают. И давно уже сказали и Димаш, и Игорь Яковлевич, что сотрудничают они на равноправной основе. То есть у них творческий союз. Что это такое? Конечно, там, если, так сказать, есть организаторы концертов, если они как-то связаны с Крутым или что-то, есть некий, конечно, может быть, локальный контракт на какие-то концерты, я имею в виду, там же деньги платят, все равно. За билеты как-то же все-таки там исполнителю, организаторам. Но тем не менее, именно с Крутым в плане музыки, песен, это творческий союз. Понимаете? То есть, грубо говоря, у нас с вами творческий союз. У меня раз я накидал какие-то ноты, еще что-то, может быть, Димаш же композитор, мы сделали с вами какую-то песню интересную. Понимаете, да? То есть мы не связаны контрактом, как вот вы компания, а я, например, исполнитель. Поэтому это творческий союз, который будет существовать вечно. Все, нужно забыть и отбросить навсегда слова, связанные с тем, что Димаш и Крутой могут, так сказать, разорвать отношения. Никогда этого не будет. Димаш и Крутой навеки вместе. Это мечта Димаша была петь, так сказать, песни, значит, на музыку Игоря Яковлевича Крутого с детства. Димаш свою мечту исполнил. Я очень рад за него. И очень рад, что этот творческий союз есть. Несмотря на то, что, конечно, я против того, чтобы тащили Димаша к Малахову у Крутой. Но Крутой таким образом его популяризирует. Я понимаю. Это издержки. Издержки, с которыми придется мириться. Но тем не менее. Они никогда не разорвут отношения. Это творческий союз. Уже разъяснено, значит, что Димаш сотрудничает с композиторами из разных стран. Вот это была моя мечта. Чтобы он сотрудничал и его, так сказать, творчество обогащалось разными композиторами. Разными поэтами, разными песнями. Это чтобы была и Азия, и Европа, и Америка, так сказать. Ну, разные абсолютно, чтобы были стили, направления. Потому что он может работать в абсолютно любых направлениях, да? Исходя из его голосовых данных, так сказать, внешности и всего остального. Внутренних морально-нравственных качеств. Поэтому уже было разъяснено, что он сотрудничает, Димаш Кудайберген, с китайской, соответственно, с китайской компанией, продюсерским центром. У него договор заключен, да? Сейчас корейский композитор, вот они начали сотрудничество. Есть американский какой-то специалист, да? Крутой — это в России его творческий партнер. Понимаете, просто творческий союз. Это великолепно на самом деле, потому что вот в таких вот, когда нет какой-то там контрактов, еще чего-то, рождаются очень классные вещи. И, ну, согласитесь, вот эти вот великолепные песни, которые мы слушаем, с Игорем Яковлевичем, которые были созданы. Они же ведь, ну, грандиозны, Олимпика. Они не для... Многие вот рассуждают, что ну в машине же не послушаешь. Ну в машине не послушаешь. Это и не для машины. Это для того, чтобы... Это, понимаете, это как вот, я не знаю, очень драгоценный какой-то камень, понимаете, который вот... Или какой-то очень редкий напиток, который вот в определенной атмосфере... Ля Пэшн, в определенной атмосфере, в определенном, это очень редкие вещи, очень глубокие редкие вещи, поэтому никакого разрыва отношений нет, не будет, Димаш будет сотрудничать, и дай бог здоровья, всего самого хорошего и успешного, великолепного, замечательного тура по городам России. С вами был, значит, Будда Гришина, подписывайтесь на канал, кому интересно, подписывайтесь на наш фан-клуб Димаш Диерс в ВКонтакте, это страничка Димаш Диерс. Всем пока, ребят, до встречи!